сейчас покрасить. Опилки немножечко стряхану, шлифану с этих уже нарезанных досок. И уже можно красить и оббивать. Вот сюда наложу. Буду красить. Прямо как с верстачка брать. Так сложила я материал. У папы научилась. Я же дочь столяра. Сложила красиво, ровненько, чтобы не покоробился. Погода хорошая сегодня. Обалденная. Только работай.